Витамин D3. Просто модно или обязательно для всех? В этом видео я хочу рассказать вам о данном витамине, а также дам вам топ-3 продукта, в которых его содержится максимальное количество, поэтому досматривай это видео до конца. Многие из вас знают, что витамин D3 в нашем организме необходим для профилактики таких заболеваний, как рахит, остеопороз или деформации опорно-двигательного аппарата. Но помимо этого, данный витамин выполняет также множество необычайно важных функций, таких как, например, иммуномодуляция. То есть данный витамин помогает нашему иммунитету бороться с различными заболеваниями, а также помогает нашему организму противостоять появлению и размножению опухолевых клеток. А вот и обещанный топ-3 список продуктов с высоким содержанием D3. И это, конечно же, морская жирная рыба, такая как кета, сельдь или скумбрия. Конечно же, сюда можно также отнести и любые виды лососевых рыб. И бонус, 4-й продукт – это печень трески. Друзья, подписывайтесь, дальше больше интересной информации.